Во Всемирный день вторичной переработки или Всемирный день рециклинга глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, несовершеннолетней узницы фашистских лагерей Зинаиды Ивановны Лавковой. Андрей Иванов подарил ей новую плиту, а старую, с позволения хозяйки, утилизировал в контейнер «Мегабак». В наших с вами силах быть разумными потребителями и помочь нашему Подмосковью. В Одинцовском округе есть специальные площадки «Мегабак». Они предназначены для крупногабаритного мусора, который отправится на переработку и снова станет чем-то пригодным, обратился глава к жителям муниципалитета.